ты умеешь думать? Ты умеешь думать? Зачем тебе эта голова? Чтоб туда есть? Чтоб туда пить? Чтоб ею говорить? Смотри, какая ситуация за стенами твоего дома. Смотришь туда и подумай, а почему с нами это случилось? А почему это происходит? А в чем причина, что ты родился на землю? Кто виноват? Или кто благословен в том, что ты родился на землю? А для чего ты смотришь этого меня? Зачем ты смотришь вот этого воксу? Тебе что, делать нечего? Почему ты делаешь то или другое? Третье или десятое? Почему ты что-то вообще делаешь? И кому это надо? Давай будем включать голову. Религиозные христиане забивают голову. Плоская земля, круглая земля, горбатая земля. Перед революцией те христиане заботились, а какой длины юбка должна была быть. Блин, а меня больше интересовало, какая талия должна быть у женщины. Какая длина ноги, размер груди. Интересные вопросы вас волнуют, ребят. А потом началась революция, а потом Первая мировая война, а потом Вторая мировая война, а потом бесконечное число войн, угроз, конфликтов. А почему? О чем думаешь? Если кому-то надо перебить, чтобы вы думали о нормальных вещах. Некоторые сидят в тюрьмах и начинают задуматься, что ты там сидишь. О чем жизнь? Начинает книжки читать. Кто-то лежит в больнице, и он начинает думать, да сколько мне осталось, а что делать? Подумаем, а куда я пойду после смерти? Начинает задуматься. Ты умеешь думать? О чем Дух говорит церквям? О чем Бог говорит людям? Вам это интересует? Мы разберем, какой длины был ковчег, сколько туда жирафов заперли, и как они там себя чувствовали, что они там делали, что они ели там целый год. О чем вы думаете, чем заняты ваши головы? Вы думаете, это нормально? Вы вообще думаете? Ты умеешь думать? Или ты просто датчик? А, это мне выгодно? О, это мы берем. Это мы покупаем. О, это мы ем. О, это мы не трогаем. И все. И ты анализируешь, сообразуя своим животом. Это мне надо. Это я съем, это я не съем. О чем мы сегодня вечером поговорим? Пастор Игорь Куц. Какую тему дашь людям думать, над чем? Интересно. Над чем им надо будет думать? И насколько это оторвано от жизни реальной, в чем они живут, в чем люди живут сейчас? Насколько это оторвано от жизни? И практично ли то, вот эти все вещи, о которых говорят в церкви,
воскрес Иисус в теле. Почему? В каком теле? Сразу воскрес, на третий день воскрес. Тетка увидела, почему не трогала, а зачем надо было трогать, и что надо было вообще потрогать? Какие разговоры? Не перебить! А на самом деле, оно тебе надо? Надо ли оно тебе? Или это вид религиозной деятельности? А слово «набивать» рот или голову соломой. Дерево познания, дерево познания, дерево познания, дерево познания, дерево познания. Познание, познание, познание. Потом дерево совокупления, дерево совокупления, совокупления, совокупления. Познание, 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 познание. А ну вам надо в жизни применяете то, что вы имеете? 3,5 года, 20 лет. Что построили? Что уже совершили? Ага, похвались, чему научился? Ты уже знал, знал, познал, знал, знал, знал. И уже все познал, уже тебе все рассказали. Все, все уже все тебе рассказали. А что ты научился? Что ты можешь из того, что ты знаешь? Что ты можешь воплотить в своей жизни из того, что ты знаешь?